Сегодня у нас 14 июля 2017 года. Это поселок Потеряевка. Вот наш Шарик сидит, ждет утреннюю порцию еды. Да, Шарик? Вот здесь вот мы уже с утра. Вон грачи сидят на тополях. Вон сколько их. Какой-то у них совет, обсуждают, видимо, чем сегодня заняться, куда полететь. У кого что на огороде поклевать, как у нас вон арбуз клевали. Только начали расти, уже клюют. Так, вот здесь вот, это скворечник у нас, у Иночевича. Это вот голубятня. Сейчас здесь голубей нету. Вот. В основном все на моем доме, вон там, за крапивой. Вот здесь мы с утра с Иночевичем поработали. Вот эти ветла валили. Конечно, было очень все сложно и опасно. Потому что буря их сломила, они все зависли. И вот потихоньку приходилось пилить вон такие чурубаны, большие чурубаны. Вот это вот еще свалить надо будет. Вот это у нас вот зависло, которое лежит. А та сверху вон та, которая вон вторая лежит. Попала как раз в рогатину. И все это висело. Было очень опасно, конечно. Ну, мы там потихоньку, с Божьей помощью. Сейчас я покажу немного. Обойду с другой стороны. Вот тут навалено у нас тут. Так вот. Вот оно. Вон до скворечники, Игнатий еще для скворцов набитые были, один мы уже сняли, вот еще один тут. Что мы сделали? Мы начали потихоньку, тут много дички, яблони, начали подпиливать одну, как раз на ней все зависло. Вот это дерево рухнуло, это уже ветла, вот эта дичка, вон там он. Туда заходить, но это опасно тоже. Он до сих пор еще до конца не упала. На ветках все держится. Вот сейчас мы будем заканчивать. Позавтракали с ребятишками. Сестры нас накормили. Сегодня постный день, пятница. Вот так вот. Вот красавица березка стоит. Она никому не мешается. Вот. Идем дальше. Вон Игнатьевич идет уже. Шарику уже дали. Шарик уже ест. Шарик, чем ты там питаешься? А, Шарик, ну-ка покажи. Все у тебя там вкусненькое. Ух ты! Рыбьи головы у него. Вкусно, видать, кашка манная. Я псов уже поел бы такое. Смотри, когда ты наверху был, телил, она как ахнула. Володя маленько пониже Володя ударила. Вот оно как. И лестницу разломала. Очень неудобно было. Ну, Господь помиловал, пошли. Вон Мурлыка сидит, серый кот наш. Мурлыка? Мурлыка? Даже слышать не хочет. Ну все. Слава Богу за все. Это вот сегодня 14 июля. Прям вплотную около колодца росла ветлина. Вот тут провода наши идут. Это на балерину. Это называется балерина. Башня, летняя резиденция Игнатия Начальника. Вот, это систомес у нас, лабус. Вот это рухнуло, но там Володя сейчас уродится. Одна. Она старая, развесистая. Вот какой пень от нее остался. На высоте упала часть.
по лестнице, где Володя. Это уже не первый час работаем здесь. Я с топором. А Володя с машины. Длинный топор, видите какой? Это я пытаюсь приблизиться тут среди завалов. Вот он. Пришлось 5 яблонек порешить. Вот бузину убирать и... Я боюсь, как бы это не повалилось. Такие щурки, это сантиметров, наверное, на 40. Идеально подмазать, по полметра больше. Это мой скворечник. А это первая моя. Интересно, от меня метров на 6, Володя, и земля подрагивает и мажет. Бензин закончился. Ну ладно. Потом на ту сторону сразу переходи. И вот эти сучки надо перебрать, пока висят. Угу. Цепь соскочила. Он пошел, веткой сшибла шапку. Ну там что-то Никита торопится всегда. Такой. А, да. Который с клинышком железным. Да. Там на полке. Я возьму его. Что ему надо? Топор небольшой. Топор с железным клинышком. А-а-а.